больше известны всем как Сол. Учитесь прилежно, и будете вознаграждены. А будете лениться, то последствия могут быть ужасными. До сих пор ваше обучение предмета было отрывочным, но вам будет приятно узнать, что отныне вы будете изучать защитную магию по программе, одобренной министерством. Да. Здесь нет главы использования защитных заклинаний. Зачем вам в моем классе использовать заклинания, не представляю? Мы не будем применять магию. Вы будете изучать применение защитных заклинаний совершенно безопасным образом, без всякого риска. Если на нас нападут, то мы должны уметь ими воспользоваться. Те, кто хочет что-либо сказать, должны поднимать руку.